Всем привет, ребят! Ну что, у нас сегодня прохождение за пределы на твинке. Будем пробовать зафармить в два героя. Я решил попробовать... Не знаю, что-то хочется попробовать. Все-таки пройти не фуловым составом, а в два героя без дополнительно 10 героев. То есть мне интересно... А поможет ли нам это, если мы не возьмем сюда все 10 там с гарнизона, а просто вот два таких вот героя у нас будет. Посмотрим, что у нас сейчас получится. Ну, начало вроде более-менее нормальное. Единственное, сейчас я их дособеру. Некоторых суперпэтов я докачал. Так, у нас Зефир вот такой вот сборки. Сюда мы закинем, наверное, скорее всего, вот так вот сделаем для дамага. И второй герой у нас, это будет Фрея, вот такая вот сборка с пактом. Сюда мы закинем сову для дополнительного подхила, плюс на ней стоит спектр, который будет блокировать. То есть такая вот сборка, поехали попробуем. Что получится у нас в итоге? У нас блокировка есть, есть недомогание. То есть, по идее, мы должны нормально сейчас тащить. Единственное, у нас нету отхила. Так, поехали. Ну, отхил у нас будет от суперпэта. Плюс мы прокачали титул. Посмотрим, что в итоге у нас получится с этого. Так, пошла жара, ребят. Летеру. Блин, ну я, наверное, попробую эту пачку. Хотя, наверное, это было зря. Но я не думаю, что прям там Мэри сейчас должна раздавать. Не, нормально. Хорошо, что на эту пачку напали. Так, смотрим. Очень неплохо, кстати, работает талантик. Смотрите, он все время полностью их дебафит. Это хорошо. Фобушка у нас отлетел. Кто там у нас еще остался? Ой, как хорошо идут. Красавчики просто. Просто офигенно режется от хил. Блин, чара реально... Ой, не чара, а талантик реально хорош. Надо эмблемой будет собирать. Однозначно топчик. Ну, посмотрим, что у нас дальше сейчас будет. Так, я вижу, там с вальсом кто-то остался. Кто там у нас? Фрея с вальсом, что ли? Будет у нас сейчас, короче, я так понял, вечный бой. То, с чем боролись, на то и напоролись, называется. Ну, в любом случае, знаете, это круче, это дальше, чем мы на основе прошли. Да, там вальс срабатывает. И причем срабатывает очень хорошо. Я уже ничему не удивляюсь. Честно скажу. Да, Фрея с вальсом. Вот так вот, ребят. Новые испытания от IGG. Окей. Значит, будем пробовать... Хотя у меня здесь, как видите, точности дофигища. Ее нам хватает, в принципе, более чем. Я попробую еще больше наролить. Ну, хотя, в принципе, от Фрей тут больше от Зефира надо, наверное, точность. Точность, крит, планение, ну, получше будет. А Зефир у нас собран... Так, хорошо. Значит, берем на Зефира. Убираем. Я не помню, у меня гнев здесь есть хоть какой-то. Да, отлично, есть хоть восьмой. Увеличивает точность на 20%. Пробуем такой вариант.
Если нет, потом еще Супер Пэту добавим, Мутанту попробуем заролить на точность. Поехали. Да, вот такая вот Фрея. Ну, я не знаю, для бездоната такую Фрею, наверное, не слить, потому что это надо полностью на точность переделать героев. Все равно, видите, миссает. Причем конкретно миссает. Странно очень. Ну, пробуем. У нас есть, по крайней мере, недомогание, но я не знаю, наверное, без Мэри тут не справится. Просто тупо вот. Я уже не знаю, что сказать. Уже взял два героя. Все равно мы попадаем на такую срань. Вот я не знаю, с чего они составляют эти герои, но они походу так собраны, что их просто в некоторых вариациях не убить. Там по три ожив... ну, ожива десятая стоит. Здесь стоит вальс. Плюс хрен его знает, сколько там уклона. Мои герои просто тупо не попадают. Идут мисс. Мисс, 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 мисс. Я нифига сделать не могу. Сейчас попробуем по одному герою поставить. Как вариант. А, поставить Фрею на Фрею. Интересно будет посмотреть. Хотя, в принципе, голуби могут миссать, и они ее заряжают. И попробуем Зефира отдельно поставить. Это жесть просто. Даже то же самое недомогание оно не спасает. Она себя ресает. Максимум, что мы выносим. Давайте попробуем такой вариант. Сейчас посмотрим причину. Кто там так миссает много. Да, это голуби, скорее всего, миссы дают. Ну, то есть, каждый мисс она себе делает отхил. Недомогание, ну, никак не спасает. Вот так вот. Просто тупо попадаешь на какую-то фигню и в итоге... И да, я взял два героя, но мне интересно посмотреть тактику. Если бы мы взяли 10 героев, думаю, мы бы уже прошли. Вот, кстати, плохо, нету возможности там вернуться, допустим. Ну, то есть, такого плана, типа, даже бы за донат сделали возможность, типа, пересобрать героев. Ну, я имею в виду за самоцветы, думаю, было бы для многих это интересным. Чтобы можно было потом подбирать пачки. Да, но тут вариантов, конечно, я не знаю. Не особо много. Сейчас попробуем еще ее обездвижить, как вариант. Да, посмотрите, или это она миссает, по-моему, или это мой миссает. Но он дамага не наносит ей. Что за фигня, вот реально. По-моему, миссы идут по-моему. Не могу понять. Надо сейчас переставить его, попробовать. Реально какая-то лажа. Я не могу этого понять. Сейчас еще разок перезайду. Но это просто писец. И все. И вот вся твоя локация. То есть ты зашел, но зато я прошел на одну клетку дальше. Хоть и два героя, какая разница, мы показали на сардельке возможность, то что можно без донатом фармить при маленькой силе. То есть тактика реально работает, я уже два раза по три зарядил полностью без проблем. Так, сейчас попробуем его собрать, поставить так, чтобы можно было видеть кто по кому миссает. Да, миссает по мне. Кстати. Миссы идут по мне. С какого хрена тогда там идет отхил? У меня вопрос. То есть точности нам в данном случае хватает с головой. Что за бред? А там герой просто тупо не проседает. Ну там отхил еще чего-то идет. То есть там походу стоит еще какая-то хрень. Но это нереально просто.
В общем, ребятушки, как обычно, побегали, потрешивали, порадовались локации, порадовались халявной мэри, как говорят. Вот это круто. Ну, на сардельке, я думаю, соберу. Мне здесь она, по сути, не нужна. Но сама суть, что реализация героев такова, что просто ты попадаешь на какую-то хрень, и ты ее никак убить не можешь. Это начало, только первый этаж. Хорошо, если у меня здесь хватает дамага, давайте против серой фракции, что там у нас. Я тут надо, мне кажется, даже, наверное, не так надо думать насчет какого-то стана, обездвижить. Ну, попробуем такой вариант. Что у меня по эмблемам интересное есть. Попробовать какой-то вариант с дополнительным уроном. Тут без разницы, какую поставить. Хоть такую, хоть другую. Можно, в принципе, ставим зеленую сейчас для дополнительного дамага. То есть такой вариант попробуем обездвижить. Здесь тоже попробуем убрать, все равно толку от этого пакта нету. Поставим вот так. Уберем сову, попробуем. Такой вариант. Ну, еще один тестик сделаем. Если мы ее не убьем, значит мы ее не убьем. О, вроде пошло. Вроде наш... Или нет. А там каждый отхил. Ну, хотя бы шанс есть на то, чтобы ее слить. Надо, наверное, все-таки брать, пробовать сюда землеройку третьим. Потому что без землеройки, без блокировки, это просто печаль. Ну, возможно, за попыток 10 мы ее сольем. Как вариант. Она по чуть-чуть начинает сливаться. Мы ее обездвиживаем. Забираем, вот на одно деление она почти просела, но это опять же не точно. Я не знаю, сколько надо будет попыток запустить, чтобы она полностью просела. Наверное, дофигища. Ну, сейчас хотя бы посмотрим, идет она в минус или нет. Ну, постепенно, не знаю, чуть-чуть по чуть-чуть проседает, но опять восстановилась до половины. Надо, наверное, взять еще одного этого. Попробовать не эту, не львицу. А попробовать еще одного крока взять, чтобы максимум. Хотя у нас уже здесь, ну, просто дофигища. Недомогание. Надо, наверное, еще все-таки одного попробовать. Нет, точно так же, то есть она не идет и не туда, и не туда. Я сейчас еще один вариант попробую. Но походу это уже все. Называется, приехали. Даже спектр, по сути, нас не спасает. Дополнительный дамаг. Ну, сейчас попробуем порезать по максимуму отхилы, если это нас спасет. Но, судя по всему, не особо спасает. Против такого варианта это либо иметь Мэри, либо иметь божество. Только два варианта. Ну, землеройка еще как вариант, если он сможет блокировать, она его не сольет до этого времени. Все, больше вариантов я для себя не вижу. Это при том, что у нас хорошие прокачки из эфир. Интересная Фрея тоже. Но если брать без доната, у него этого всего нету. Ну, на без донате, возможно, как на сардельке, все попроще. И то хана у нас, как видите,
Просто тупо стоит. Жесть, короче. Что тут еще сказать, ребят? Надо, наверное, знаете, чтобы спектр работал больше, надо будет сейчас попробовать еще один вариант. Все-таки уберем отсюда. Поставим две львицы еще, как вариант. И поставим Фрейю первой, чтобы спектр срабатывал, потому что, возможно, ее не атакует. Атакует все-таки Зефира первым. Спектр работает, когда герои атакуют. В общем, я уже ничему не удивляюсь. Пробуем, делаем попытку. Номер не знаю какую, но прошли дальше, чем основа на одну клетку ровно. Ай, я не поставил ее первой. А, мою... А, все-таки ее атакуют. Мою Фрейю почти успешно ушатали. В общем, без варианта, походу. Вот такие вот, ребятушки, дела. Поэтому, если вы встретите такую Фрейю, не удивляйтесь. Шанса зафармить у вас первый этаж просто нет. И, кстати, заметил, что каждый раз добавляют разное. То оживо, то выживание стоит. Вот оно на фулл отхилилось. Короче, думаю, вы сами знаете, кто IGG. Пишите комменты, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока.